Всем привет, ребят, с вами Ослик, и тут такие дела, в общем, мне купили новый компьютер, но он еще не приехал, так как мой, который у меня был, сломался. Я сейчас записываю для вас видос с ноутбука, на нем на максимальных графиках, как вы видите, и ровно 10 FPS, не знаю, как он так держится, но я попробую на нем сейчас пройти Doors и узнать, можно ли это сделать или нет. Так, окей, погнали, я для вас вот так включу. КПУ, как вы видите, вообще он жрает Roblox под 100. То есть процессор у меня там вообще гулит о помощи, но мне вообще пофиг, я для вас контент делаю. Так, погнали. Так, ключ, окей. Открываем. Окей, кайф. Окей, вторая дверь, let's go. Ребят, вы просто не представляете, сколько я ждал, чтобы OBS скачать на этот ноутбук. Да ладно. Так, let's go. Дверь 4 уже. Окей. Дверь 5. Let's go. Сейчас выиграем. Опа. Жесть, ребят. Это просто капец. Окей, дверь 6. О, yes. Окей. Зажигалки мне хватит. Лис. Да, блин. Окей. Поднимаемся. Что происходит, ребят? Окей, дверь 9. Нормально, идем. Окей. Капец лагает. Не знаю. Нет, большая комната. Короче. Я надеюсь, я ключи найду быстро. Таким сетапом лучше с таким не медлить. С такими делами. Окей. Еще двери. О. Ура! Окей, давайте на выход отсюда. Уже 12-я дверь. Она не открывается, ребят. Окей, открыл. Так, окей, 13 дверь. Темновато, ребят. Чё, какая-то комната. Так. Лазим. Так, дверь 15. Тут опять нужны ключи. 100 монет. 100 монет, это хорошо. Окей, а что-то было жестко сейчас. Ищем ключи. 25 монет. Найс. Капец, ребят, неудобно очень играть, непривычно. 10 FPS все-таки это вообще жесть.
чип. Найс. Дверь 17, по-моему, правильно. А нет. Рычат на меня уже. Пипец, ребят. Окей, это правильный проход. Вообще мышку не двигаешь. Что происходит с экраном? Пипец, меня колбасит. Давайте тут подлутаем. Окей, дверь 16 оказалась правильной. Окей, найс. Не знаю, как я сика буду проходить, но я попробую, ребят. Жестко просто, очень жестко. Так, ключики нужны. Мы уже почти на 20-й двери. Буквально через одну дверь уже. Так, открываем, найс. Мне бы крестик найти, который тут есть. Опа. Окей. Сзади вроде ничего нет. 21-я дверь. Опять большая. Но тут нет дюпа, окей. Можно просто подлутаться, сходить. Вот здесь, например. Ну, классно вообще. Опа, еще одна дверь, которую можно подлутать, скорее всего. Может, там просто шкаф будет. Да. Почему-то отчитаемо. Окей, 5 монеток. Хорошо, все. Продолжаем наш поход. Окей. 23-я дверь уже. Нет. Окей, я выжил. Бежал от этого лоха. Так, дверь уже непонятно какая. То ли прямо, то ли налево. Окей, ну, в общем, вы сами поняли. А, 25-я дверь уже. Окей, 26-я. Так, найс, денег подлутали жестко. Картина Cool de Cas. Ой, Cool de Sac. Не знаю, на каком языке написано. Пец. Окей, следующая комната уже сик. Вот. Потому что слышно, как дождик льется. Сейчас и посмотрим, можно ли пройти сика с 10 FPS. Хорошо, что у меня мышка и клава осталась, которую я просто подключил. Окей, поехали. Вот он вылазит. Это вообще жесть. Ой, бежим, ребят. Ё-моё. Ребята, нет, сик оказался быстрее, что происходит.